Где-то возле самого низкого места на Земле находится древнейший город мира – город Иерихон. Согласно археологическим исследованиям, подтверждается непрерывное существование города на протяжении 10 тысяч лет. Его сухой климат, тишина пустыни и обилие пресных источников всегда притягивали сюда разных правителей. Один из дворцов царя Ирода находится неподалеку. Цари Хасмонеев выбрали этот город для строительства дворцового комплекса. Мусульманский халиф Хишам именно здесь решил построить свой зимний дворец с огромным хамамом и великолепными мозаиками. Также в древности здесь был основан монастырь Искушения с высеченными лаврами в скале, который функционирует по сей день. Туда можно попасть с помощью фуникулера, с которого открывается живописный вид на город Иерихон. В 2011 году в Иерихоне на улице Дмитрия Медведева был построен русский музей с парковым комплексом, посвященным русскому паломничеству в Святую Землю. Я приглашаю вас на экскурсию Иерихон на двоих в сопровождении двух гидов – израильского и палестинского. Через диалог мы покажем вам очень необычный и самобытный город.